Ты кто? У меня к тебе дело. Дани и Хулио, ты и без меня знаешь, что Вивира — опора режима Кастильо. Он построил лагеря для производства препарата по всей Яре. Изгоев сгоняют на плантации, как рабов. Они выращивают табак, из которого делают Вивиру. Это наш народ, Дани. Людей избивают, пытают, поливают отравой. Мы высадились на этом острове, чтобы уничтожить один из таких лагерей. Но ничего не вышло. Пора закончить начатое. Тебя уже ждет Хулио, он у амбара. Уничтожь лагерь. Суэрте. Пришло время испытать Супрема в деле. Если солдатов буду слишком прессовать, сразу врубай. Еще один небольшой момент. Ну-ка. Супрема пока что на стадии прототипа. Ему нужно остыть после использования, иначе он рванет, и тебе конец. А ты не мог предупредить меня заранее? Просто дай Супрему волю напиться вражеской крови. Что? Ты поймешь, Дани! Ты все поймешь! Сюда, дружище. Есть для меня что-нибудь? Мы обнаружили место, посвященное Триаде. Там спрятано сокровище, и его охраняют духи. Я не хочу с ними связываться. Желаю удачи, Кампай. Спасибо. Наконец-то. Слушай, не буду врать. Я хотел сделать все в одиночку. Но Клара приказала мне дождаться тебя. Мне не нужна помощь. Да мне срать. Лите тоже не нужна была помощь. Но здесь должна быть она, а пришла ты. А я должна быть в Майами. Но моих лучших друзей убили, и теперь я торчу тут, с тобой. Ну что,
Мир? Кончай болтать. Шаг первый. Мы уничтожаем табак. Шаг второй. Отраву тоже уничтожаем. Шаг третий. Сваливаем в освояси, а Кастильо наслаждается приветом от Либертад. Ясно. Бери снарягу. Она защитит тебя от огня. И от отравы. Это даже важнее. Да чего ты ждешь? Надевай снаряжение. Подходящая защита сохранит тебе жизнь в любой ситуации. Да, да. Используй подходящее средство. Часто это слышу. Послушай, Хулио. Лита была мне почти сестра. Нечего ей было делать на борту. Она умерла из-за тебя. Нет. Литу убил Антон Кастильо. Если бы это зависело от меня, я бы погибла вместо нее. Лита была такой, какой мне никогда не стать. И если она любила тебя, мне это о многом говорит. Хватит. Слушай, если мы идем до конца, то тебе лучше знать об отраве. Ты про дрянь, которую они льют на лист? Черт. Окей. Ты про дрянь, которую они льют на листья? Называется PG-240. Но для нас просто отрава, потому что от нее хреново. Не вдыхай ее и не давай попасть на кожу. Люди от нее сходят с ума и заболевают. Очень тяжело болеют. А те, кто выживает, умирают потом от рака. Конью. Служила, значит. Снайпер? Или по ближнему бою? Чем занималась? Пушками. Они меня слушаются. В общем, смекай. То, что я тебе дал, неплохо защищает от огня и яда, но повстанцам нужно снаряжение, подходящее к их стилю боя, или перебьет. Давай, осмотрим все отсюда. Даю, даю. Посмотрим, что тут у нас. Сюда, далее. Видишь, вывернутый табак и желтые баки с ядом. Си. Пробей в них дыры, чтобы выпустить яд. Интересный факт. Отрава и огонь — адская смесь. Бабахнет, что надо. С распылителями также. Их не просто угробить, но огонь справится. У тебя есть огнемет. Есть Супрема. Пора, наконец, прикрыть эту сраную лавочку. Знаешь, у нас с Литой был ритуал, чтобы настроиться перед боем. Песня. Какая? Эль мовимьенто, да либертат. О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао. За Литу. За Литу. Устроим тут бардак, Дани. Гляди!
Жители Сантуарио, среди вас прячется Катюха. Это террористка Клара Гарсия. Сожжем это мерзкое место к херам. Hijos de puta! Черт!
Энкаренадо. Нужно побольше всего сжечь. Сжечь.
Клан, этот Супремо просто перфекто! Си, и не забывай, чтобы зарядить эту красотку, достаточно убивать Сольдадос. Она просто потрясная. Побольше всего сжечь! Больше всего сжечь!
Побольше всего сжечь! Побольше всего сжечь! Скоро.
Сжечь все огнеметом? Знакомое чувство. Ой, да, ты можешь за себя постоять. Ну, я же вроде как тебе говорила. Нужно уходить. Такое световое шоу, весь этот дым точно заметили. Мы отлично сработались. Си, если ты была добра к Лите, значит, ты была добра и ко мне. Грасиас, Дани. Встретимся в лагере. Клара, надеюсь, ты видишь этот столб дыма. Ты нанесла Кастильо ощутимый удар. Хулио не слишком тебя донимал? Ему трудно, но ничего. Лите бы это все понравилось. Дани, можешь кое с кем встретиться? Его зовут Бенито. Он рыбак и может предоставить либертат лодки. Живет на восточной стороне бухты Касас. Люблю заводить новых друзей. Твой талант строит для нас мосты, Дани. Бенито нам нужен. Поговори с ним. Пошла. Димело. Дай угадаю. Клара Гарсия и тебя в это втянула. Даже мы, рыбаки, повелись на эту повстанческую чушь. Она убедила нас помочь и высадиться на Сантуарио. Я потерял 5. И теперь она снова просит лодки и людей. Я теперь больше пират, чем рыбак. И все из-за блокады. Когда мы не ловим рыбу, тайком провозим людей и контрабанду. Но Эль Пресиденте сжимает кулак. Росарио, новый команданте, перекрыла доступ к топливу. Ее люди убивают всех, кто подходит слишком близко. Кларе нужна помощь. Захватите заправочную станцию. Убейте Росарио. Тогда и поговорим. Суэрте, Миха.